Dövlət başçıları Azərbaycanın tanınmış şəxsiyyətləri Natəvanın, Bülbülün və Üzeyir Hacıbəylinin işğal dövründə Şuşada ermənilər tərəfindən güllə baran edilmiş heykəllərinə baxdılar. Памятники, два крайних памятника, это первый у Гиры Гаджибекова, там положен к азербайджанской классической музыке, автору первой оперы на мусульманском мире, и последний это Бюльбюль, отцу Паладрюги, а в середине это принцесса Натаван, это последняя наследница Карабахского хана. Эти памятники находились вот здесь, на этом месте, Натаван немного в саду, перед зданием Дома культуры, до 92 года. Во время оккупации разрушили. Дом культуры был снесен, они были подвергнуты вандализму, вы видите на них следы пуль, следы, их расстреливали. Вот, ну, как-то такое вот. Ну, это пусть так и будет. А так и есть. Вот, да, вот рассказать. Они есть, даже это рассказать. А, вот видишь, я это привез в январе 21 года, когда сюда приехал. Они их отправили на переплавку, и потом Полад узнал о том, что их в Грузию вывезли армяне, переплав хотели. Тогда он обратился к отцу, и мы договорились, выкупили. Выкупили, привезли и поставили их во дворе музея искусств в центре города. И там они и стояли почти 30 лет. С автомата 5.45. А потом Полад Бибилюглу обратился к господину президенту, что ну, давайте поставим в Баку какому-то большому красивому парку, да, да. Сколько может они поставить. Господин сказал, ни в коем случае, они будут поставлены на свое место. Это было 11-12 лет назад. И первый мой приезд, я их привез сюда, и здесь поставил, так они стоят. Он, кстати, автор нашего гимна. Вот гимн, то, что я делал, вот он. Самое интересное, этот гимн Демократической Республики 18-го года, ну, он же и стал автором гимна советского Азербайджана. Он очень талантливый композитор, да, был, такой уникальный. Он два гимна написал. Для Азербайджанской Демократической Республики и для Азербайджанской Советской Социалистической Республики. Уроженец этих мест. Они все уроженцы. Да. США, родина всех многих десятков. Это правнучка основателя Карабахского ханства. Натава, поэтесса. Ну, ей палец сломали еще, потому что палец сломали. А сзади ее дворец, комплекс, где она жила. Вот там развалин, вот который развалин. Вот это все их такой. Вот у нас тоже известный певец. В переводе Соловей. Это его псевдоним. Вот. Ну и тоже подвергся вандализму. Ходил с собой в Шуше. Я вот здесь. Говорят, что это интересный город. Да. От 1400 метров до 1600 метров высота над уровнем моря меняется. Внизу крепостная стена, развалины дворца Натавана.